В госпитале для ветеранов войн от коронавируса скончалась женщина 1932 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания. Всего в республике подтвердили 33 новых случая заражения, выписали 34 человека. Петрозаводский стадион «Юность» обновят. К 2021 году здесь заменят покрытие футбольного поля и проложат новые беговые дорожки. 16-летний житель Кеми похитил 4 канализационных люка, но сбыть их не успел, его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Илья Варламов, блогер, журналист и общественный деятель, приехал в Карелию. В социальных сетях он поделился фотографиями с острова Кижи, из Петрозаводска и его окрестностей. Карельский хоккеист вошел в состав юниорской сборной России по хоккею. 15-летний защитник Артем Куликовский уже успел сыграть в двух товарищеских матчах.